Сынок, ты уже совсем взрослый, 18 лет стукнуло. Мне любопытно, за какую партию ты будешь голосовать на предстоящих выборах? Конечно, за яблоко, папа. За яблоко? А какой кандидат от яблока тебя устроил бы больше других? iPhone 15? Подписываемся и слушаем дальше. Какой твой самый счастливый день? Помнишь день, когда мы познакомились? Вот за неделю до этого. Улыбку. Неужели я больше не увижу турецких пляжей и европейских улиц? Увидишь, на ТВ уже готовится передача «Клуб бывших путешественников». Почему на фармацевта нужно так долго учиться? Там 3 года уходит только на то, чтобы научиться читать рецепты, выписанные врачами. Я, папа, сейчас работаю в консерватории. Кругом одни евреи, так надоело. Сынок, а ты у себя на работе токарный станок поставь. Не поможет. Еще как поможет. За 30 лет работы на заводе к нам в токарный цех ни один еврей не зашел. А ежи! Скажите, пожалуйста, как добраться до оперного театра? Приезжий, что ли? Да. Понаехали тут. Трамвай номер 18 до вокзала. Сынок, ты должен больше играть на пианино. Куда же больше? 5-й сосед уже уезжает. Дорогой, мне уже надоело общаться с тобой по-аски. Я хочу более живого и визуального общения. Вебка есть? Сынок, видишь, ласточка несет к Любе соломинку. Для чего она ей? Для Кока-Колы. А кто это сделал? Фима, мне кажется, что ты так и ко мне неровно дышишь. Тиля, я тебя умоляю. Я астматик. Отдай мой ингалятор. Ты такая красная. Повезет же кому-то с такой женой. Может быть тебе? Нет, я не везучий. Ваш ребенок очень слаб в географии. Неважно, с нашими зарплатами далеко не уедешь. Ваш сын обозвал меня коровой. Что вы на это скажете? Сколько раз я ему говорил, чтобы он не оценивал людей по их внешности. Кошки, как и женщины, любят ушами. Чего это? Иначе коты бы так не урали. Подписываемся, кликаем на колокольчик